сказал говорить, что это было в далеком 89-м году. Собралось там несколько человек. Это было, на мой взгляд, интересно, творческие люди. Это была школа «Трубочкология» в лице Михаила Мишковского. Это был Вадим Володин, руководитель студии Петрова. Валера Соколов, автор текстов песен на тот момент очень многих хитовых, интересных, любимых народов. Я и еще ряд музыкантов, которым нихер не делать. Вот. Мы собрались и долго думали, чесали репу, потом решили, было модно играть безгитарную музыку. Мы, в принципе, создали первый альбом, который назывался «Наше время пришло». Он был абсолютно безгитарным, был абсолютно электронным, он был неоромантическим. И, собственно говоря, это была такая экспериментальная модель, сделать очень жесткую аранжировку, которая на тот момент нахрен никому не была нужна, кроме нас. Поэтому, собственно, из-за этого мы впервые были посланы со средств массовой информации. Я только потом позже понял, почему они были правы на самом деле. Потому что они не смогли нас смешивать и стандартизировать. В связи с тем, что мы писали не совсем по стандартам, мы взялся и использовали только М1. Да, корпус 1 был такая машинка основная. Мы использовали эмулятор звуков, там много очень интересных. Потом мы делали сами, много моделировали звуков, там били стекла, еще что-то. В общем, звонящий телефончик, где-то куколки, шмяколки. Вот мы с этим работали. И соединить нашу уже более плотную аранжировку с более разряженной остальной, мы выделяли слишком сильно. Поэтому, может быть, мы им и нравились, но они не знали, куда нас поставить. А потом, ну, ты же задашь сразу вопрос, почему я избегаю средства массовой информации. Я таким вопросом не буду. Ну, и сейчас будет, значит. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Потому что один раз, я пришел на одну очень известную радиостанцию. Они мне сказали, что наша музыка не формат. Тогда я пошел на некую хитрость. Я взял пустую болванку и написал на ней просто группа «Лето». Там, 3 трека. Послушать. Через 3 дня я позвонил им, они сказали, это не формат, мы эти песни поставить не можем. Я говорю, ребята, это пустая болванка, вы ее даже не слышали, так же, как и наши предыдущие. Нас больше не будет на радио, мы просто к вам не пойдем. Вот и все. Это не то, что у меня подростковые обиды, просто когда, получается очень дурацкая ситуация, когда мы предлагали обоюдное сотрудничество, честное, нормальное, военное сотрудничество. Нас сигнали, шмяли. Когда нам было нужно, нам говорили, идите отсюда. А когда им нужно, мы должны сразу побежать. Это не обида. Просто ничего нет, это не нужно. А поставить музыку в эфир вы можете и без меня. По большому счету, редакторам радиостанции, мое мнение, в принципе, нахрен не нужно, потому что я считаю, что их мнение единственное и правильное. Разве так? У тебя же есть редактор, и он всегда прав. Ты просто глазами покажи, что тебя не уволили. Поэтому, вот поэтому мы там не присутствуем. А потом мы еще не любим кому-то лизать и кому-то давать. А кого-то иметь, мы хотим только того, кого пожелать, мы хотим. Хотите пожелать только вот так? Нет, мы хотим просто иметь того, кого мы хотим иметь, а не просто потому, что он редактор. Можем себе это позволить. А когда мы захотим отыметь этого редактора, мы его отымеем из вашей же помощи. Скажите, а вот да. Откуда такие интересные Между прочим, наши продукты, вы нам и поможете отыметь вашего редактора. Вот, но человек про костюм, про костюм очень интересный. Костюм, откуда вообще это пошло? То есть ни у одной группы, ни у одного... Костюм мы сами придумали. Этот костюм модернизируется с 98 года. Мы все, что на мне одеты, мы купили в 98 году. Оно перемещалось, трансформировалось. И на сегодняшний день у нас есть просто вот, у нас творческий коллектив. Мы сами придумали свои костюмы. У нас есть генератор идей, он сегодня в народах. Мы сейчас поедем в роддом, мы сейчас держимся на кулачки. Мы тоже хотим посмотреть, как это происходит, но он сказал, не отъезжайте играть.
Вот. Ну так мы делали космический культ, поэтому сам пошел нас пускать. Но вот у него вообще мозги хорошо работают, и он может 35 раз переделать один и тот же костюм. Даже. Это наш гитарист. Да, еще одного разумеется. Да. Потому что он один, я не побоюсь этого слова, один из основных моих помощников в плане генерирования вот этих вот идей визуальных. Потому что есть музыкальные идеи, это больше от нашего Антоха, да? Потому что у него джазовый факультет, он более молодой. Это даже важнее, чем джазовый факультет. Это барышня, я ее перевозбудил, она там забыла свою запчасть. Вот. Мало ли потом будет, нужен этот вибратор, я нашла. И вот Антон более музыкальной части. Сергей Викторович, он такая модель, он может и тут, и там, и сям, может и ребенка зачать, кому надо. Ну, такой. И на дуде и грец. Нет, это клавиши. Нет, я понимаю, просто про палочки вы тоже говорили. Конечно. Этот может все что угодно. Поэтому у нас вот за счет того, что каждый приносит в коллектив какую-то свою зернышко, у нас получается. И нам там без другого. Мы вот не видимся неделю, там без. Мы уже у нас 35 раз созвонимся так. Ну чего у тебя, А у тебя что, он? Вот это да. Правда. Мы взрослые дядьки, но нам гораздо больше, чем тебе, но а в сумме как тем более, но мы как мальчики скоро. Нам бы за девками погоняться, за рыбалки. Ну, я там нет, еще. Ну, да, мы сегодня еще скоро перешли. Как в тот раз можно было вернуть Андрея Разина с этим законом? Это был Разин. Мы опять-таки, они могли тут делать все что угодно, но мы-то никогда не привязаны к той тусовке. Да? Мы тогда приехали на своем автобусе, и на своем автобусе нет. И сейчас мы приехали на своем автобусе, на своем автобусе нет. Поэтому мы как бы, чтобы от страны особо не зависеть, только бензин и дорога. Но за дороги нас деньги берет, поэтому мы тоже не зависим. А вот того, что металлист, сегодня дает важный и уже известный. Сейчас я тебе не скрою, сейчас УЗИ делают, там письку видно прямо на первом месяце уже. Сначала письку красят, потом все остальное. Я просто думал, он уже поехал в роддом принимать роды, да. Как сказали, а вы первый да. Месяц или как? Не, Йоксель, ну, у тебя еще дети есть? Нет. А, тогда вопрос снят. Я сейчас объясню. После того, как ты кончил именно ту дырочку, в которую нужно, она называется пища. Потому что там можно разные делать, там, бацать, вот. Выше, ниже, но для того, чтобы был ребенок, надо именно туда, куда надо. Вот он туда, куда надо сделал. Произошло зачатие. Ну, там яйцеклетка, это я не буду тебе уже даваться, слишком большая. Нужно было у Сергея Глушко сейчас. И это не надо там, нет. Нет. Вот. Не надо, иначе ты будешь всю жизнь трахать Тарзан. Вот. Лично, Наташа хорошая, не хочу, мне очень нравится. Я не знаю, как Сережа, но Наташа красивая, конечно. Вот я даже беру белый зайчик, заеду Сережа, но в твоем варианте это было бы не. Вот, ну, подожди, возвращаемся к Лоума. Значит, после того, как произошло зачатие, на первом месяце девочке можно посвятить животик, да, там в районе, там матка это называется. И там видно зародыш такой, маленький, сначала точка, появляется, да, вот такой точки там всякие гадости у женщины уже и точка. Да, точка это уже оплодотворенная клетка. Потом появляется уже более там такая-то что-то более похожа на человека, но она уже генитальная. Там сначала писька, потом все остальное получка, растет. Писька она изначально, пол закладывается сразу. Поэтому уже на первом месяце после зачатия уже можно понять пол ребенка. А не то, что ребенка делает здесь. Нет. Просто сегодня он является вот сейчас. Он прям в эти минуты является на свой мальчик. Он должен появиться в 10 утра. Да, удобно. Поэтому, может быть, сейчас. Да, мы в дороге, а он дает выше. В принципе, я советую.
его знает, вас знает, вашу жену, то есть тут много твоих надо, хороший человек, прекрасный, вы о нем самые лучшие слова сказали, надо ему пожелать счастья, чтобы здоровье, чтобы ребенок находился здоровым. Я думаю, лишнего ничего не надо. Я видел там очень много людей, там было очень много хороших людей, которые
которые действительно в это верили и отдавали себя полностью именно вот делу комсомольской организации, делу молодежи. Это был совершенно другой поток людей. Они думали по-другому, у них были другие мысли, они думали не только о себе, правда. Это вообще, это... Я не могу сказать, что это все. Но были очень хорошие. Было другое сознание. И сознание, и уровень самосознания, и уровень нужности себя как единицы вообще. Это по-другому. Конечно, многие могут сказать, да нет, это его, он неправильно делает, какой-то идиотский звук. Я говорю то, как это было в моей жизни. Да, нас запрещали, нас ритовали, но до сих пор есть сохранены все документы, на которых стоит такой прямоугольный штамп литовки. Это значит, что там был перечень песен, и даже был перечень текста между песнями. Если, не дай бог, я бы отошел от этого текста между песнями, у меня бы, конечно, не получилось. Но многие комсомольцы нам помогали, можно благодаря их помощи, мы пришли к тому, что мы вот сейчас такие, какие мы есть. Вполне возможно, кстати. Потому что все зарождается тогда. Ну, в принципе, говорят, что основа зарождается, когда ты читаешь репетили, но основа самосознания – это все-таки подростковый возраст, когда ты понимаешь окончательно свое место. А если бы вам предложили такой вот интересный вопрос, необычный, такого не задавали, вот остаться и снять клип на какую-то новую или знаменитую песню, которой у вас нет видео, как бы вы отнеслись к примеру, снять клип и вы А я, на самом деле, за любой клип. Ну, насчет остаться, наверное, это было не совсем правильно. Это, нет, это можно просто специально приехать. Если это интересно обоюдно, то мы можем это сделать совместно. Почему нет? Мы можем, правда, приехать и находиться за энное количество времени. Полазить по всему должна быть, во-первых, должна быть подготовлена натура, а не то, что мы сейчас останемся и будем лазить по всем стройкам, искать, где мы, в каком бы подвале все это снять. То есть это должен приехать человек, который будет понимать с камеры, где будут хорошие виды, и что потом должно быть рассказать. Мне вроде сразу не понравилось. Вот. Но суть не... Нет, пожалуйста, ну просто это не делается с кондачка, что давайте вот вы оставитесь, мы будем тут бульбанить. Бульбанить можно сколько угодно, просто у нас есть определенные обязательства, у нас есть дети. Да. Меня, например, ждет точно. У меня 4 годика. Меня ждет, ну правда, ждет. Я завтра еще завтра. Завтра с утра должен где-то найти зайчик. Это отдельная история. Я забрал зайца. Должен крестик. И не должен я обмануть. Но лишь иначе она скажет, баба, ну ты мне обещал зайца, а не привез. Не может быть такого, что его нет. Зайца-то есть. Значит, я должен найти. Значит, какой писал вопрос? Ну, в ответе за тех, кто мы все получили. Скоро стартует новый проект телевизионный «Фабрика звезд». Если бы вам предложили вот участвовать в данном проекте в качестве Нет. приглашенных артистов? Я сейчас объясню. Если бы мне было 12, 13, 15, 20, 25, я бы обязательно участвовал. Если бы у меня не было другого варианта самовыразиться и показать себя, может быть, найти свое творческое «я», да, я бы пошел заниматься проектом. Ну, на самом деле, ведь было много фабрик, я даже не помню сколько. На самом деле, это хороший проект. Все его хайли, а мне нравится. Мне нравится, это и для нас большая боль. И я могу объяснить. Потому что фабрика создает большое количество молодых артистов, которые наступают тебе на пятки. И когда они наступают тебе на пятки, ты уже не можешь сидеть спокойно, ты понимаешь, что последуют вторые. И вот тут ты понимаешь, что нужно что-то делать. Суетиться, нужно быть в форме. Нужно, как это сказать, нужно. Ну, лучше мне опускать руки. Нужно не то, что молодиться, а нужно просто оставаться на месте, но при этом делать что-то интересное. У нас же есть очень много публики, которые нас потребляют, которым сейчас надо потреблять не нас. Есть свои герои, я их не буду перечислять. Они нормальные. Они не хуже нас, не лучше нас. Они просто немножко, может быть, другие, но так и должно быть. Каждое поколение должно быть своя музыка, свои герои. Это здорово. Хуже, когда ребенок 10 лет слушает то, что слушали его бабушка и дедушка. А у него нет своих. Значит, музыка не развивалась. Я не говорю, что моя бабушка с дедушкой
слушали что-то плохое. Нет. Там тоже было много достойных исполнителей, но после них еще много-много-много поколений, в которых тоже есть свои звезды, и которые вполне достойны и уважения, и внимания, и то, чтобы о них снимать. И они гораздо интереснее, чем я, они сделали гораздо больше, чем я. Да, да. Мы уже нет, но они сделали больше, чем я. Поэтому они вообще интереснее, чем я. А вы снимаете сейчас меня, а не снимаете меня. Херня вы занимаетесь. А если бы вам предложили сняться в кино или написать музыку в фильме, если бы какой-нибудь сериал вышел? Сейчас объясню. Музыку точно бы я не стал браться за написание, потому что это вот ребята, а это Антон. Вам, пожалуйста, он это может сделать. Музыку должен писать композитор. Сняться в кино, если это интересно, пожалуйста. Если, опять-таки, это мы... Для меня очень многое значит, ну как, это должен быть нормальный, это не должно быть... Пошлое что-то? Не, пошлое, пожалуйста, можно и трахаться, но это все должно быть правильно. Ведь иногда так снимают, что после этого трахаться неделю не хочется. Вот что все дело. То есть, можно же снять и трахалку красиво, а можно снять и не трахалку так, что будет такое порно. Человек с камерой тебе об этом расскажет, он умеет это делать. Особенно форму. А вы сами по себе вот так часто ездите? Нет, я про другой уже вопрос. Вы сами... Нет, про порно, да. А что ты хотел спросить? Я хотел спросить про другое. Вот вы очень часто гастролируете. Мы не очень часто гастролируем. Мы могли бы чаще. Ну, в связи с тем, Балаган Сити только-только открыла нас для себя. Благодарны? Нет, им надо было это сделать 10 лет назад, когда они открылись. Вот тогда мы им были благодарны сегодня, что мы 10-й раз приезжаем, и у них 10-й раз выручка наконец-то. Вот, а ты ему сразу благодарен. Не надо благодарить их, вообще не за что. Они только в начале своего пути. Они впервые сделали правильный выбор и пригласили нормальную группу. Шутка. Глупый вопрос, глупый ответ. Скажите, вы сами по себе сова или жаба? Я сегодня спал 2 часа 25 минут. Дело в том, что у нас сегодня, в общем, хрень с сегодняшним выездом не сдалась с самого начала. Во-первых, жена нашего гитариста решила разродиться сегодня в ночь. Да? А автобус утром сегодня перед выездом у нас не завелся наш. Наш водитель остался, мы тут же стали судорожно ждать замену автобуса. Но в 2 часа ночи это сделать очень сложно, нормальные люди спят. А еще более нормальные люди уже заняты на неделю вперед. Поэтому найти свободный автобус, вот, поэтому спал из 2,5 часа. Поэтому говорить обо мне сова или жаворонок, я не знаю. Если надо что-то делать, я могу не спать. Я могу не спать день, два, три. А пока на маршруте, я могу, в общем, мало спать. Потом, конечно, я приеду, упаду и посплю часов, наверное, 8. Ну, и будет достаточно. Но если делать нехрена, то почему вы, собственно говоря, с кем-нибудь не переспать? Кого мы должны переспать с тобой? Я не знаю. Может, мы это и будем снимать, о чем мы увлекаемся? Он хочет кино снимать здесь, порнушное. Почему сворачивать? Это мы только начали, да? Ну, не хочется. Мы не будем просить. Мы тебя вычеркиваем. Мы с решением. Как вы обычно говорите, пожелания, все это очень банально. Просто что вы хотите сказать в завершении нашего сегодняшнего эфира? Хорошая музыка. Если кто-то будет слушать этот безумный разговор, после сегодняшнего прослушивания или после прослушивания сегодняшней беседы перестали тратить время попусту. Наверное, постарайтесь каждую минуту проводить полезно для себя и для своих близких. Это очень важно. И размножайтесь. Я это говорю всегда.
Знаю, ну как еще, трахайся, сражайся, я сказал. Сказал Господь. А что же есть? Поэтому нет, ну все нормально, не волнуйтесь. В общем, не тратьте время зря, будьте полезны другу и будьте здоровы, правда. Я не знаю, у меня сегодня лирическое настроение меня вывел. Меня вывел на откровенном сердце. А знаешь почему? Потому что выключил свою хрень, которую ты готовил, и начал говорить нормально. А он встал не сюда, ты перестал его видеть, он встал тебе взад, и все пошло как надо. Дальше, если он вдруг будет снимать в видео, то позиция «он сзади» для вас наиболее удачная, девочка. Все.